Здравствуйте, друзья! Я Лев Шапира, музыкант. Родился в Сибири, на Алтае, в городе Барнауле. Сюда, в Барнаул, во время Великой Отечественной войны были эвакуированы тысячи жителей блокадного Ленинграда. Многие предприятия из города на Неве тоже оказались здесь, в Барнауле. В канун годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады хочется сказать слова благодарности всем, кто ковал великую победу и на фронте, и в тылу. Горит свечи, как горочек, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Не тратя время попусту, поговорим с тобой. Не тратя время попусту, по-дружески, да попросту, поговорим с тобой. Давно мы дома не были, цветет родная ель, как будто в сказке не были, за три девять земель, как будто в сказке не были, за три девять земель. На ней иголки новые, медовые на ней. На ней иголки новые, а шишки все еловые. Осыпаются, где елочки стоят, который год красавицы гуляют без ребят, который год красавицы гуляют без ребят. Из нас, девчатам, кажется, что звезды не горят. Из нас, девчатам, кажется, что месяц сажимажется, а звезды не горят. Зачем им зорьки ранние, коль парни на войне? В Германии, проклятой стороне, в Германии, проклятой стороне, лети, мечта солдатская, да помни обо мне, лети, мечта солдатская, девчине самой ласковой, что помнит обо мне. Горит свечи, огарочек, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. И нальем, и споем, и вспомним. Вспомним всех, вспомним каждого.